Я должен разобраться здесь. Тут ебать миллион косметики нахуй. Одну ладно. Найдешь. Пудру нашел. Тушь. Стаканчики. Нашел. Че еще взять? Карандаш. Крем тональный. И черный карандаш. Коричневый. Это вот это, наверное. Ну, не знаю, наверное, правильно взял? Положи. Тут посмотрим. Правильно взял? Угу. Это карандаш для губ. Где второй карандаш? Твою мать. Опять что-то не взял. Это карандаш для губ. Вот это. Он? По цвету не различаешь? Он? Или ты дальтоник? Блять, там темно. Тени. А схуя это у нас ключи здесь? Ну, на собой выключайте, блядь! Раздухарился, блин. Ты как дам тебе, блядь, что-нибудь? Я как дам, так ты не несешь! Ой, заткни ебло! Вот! Я тут здесь не одна теперь. Меня здесь еще трое. И чё? Сейчас здесь жопу расстреляют, мало не покажут. Меня уже расстреляли, ничего страшного. Ой-ё, чё, чем ты меня напугать-то решил? Куда нет? Ой, ёпты! Полос. Это твоё, я тебе пытаюсь отдать. Давайте не вашим. Не одну, пытался отдать. Чё ты мне пытался отдать? Тебе? Да жизнь свою. Нихуя заебись. А в итоге, чё получилось-то? Ты свои симки-то, сука, найти не можешь. Да буксуешь на меня, гад. Постоянно и часто. Так что? Температура поднимется нахуй. Побежи за таблетками. Вчера мало тебе было. Да ебать. Вот так. Весь при золоте. Жена меня всего золотила. Ну все, поводок теперь нахуй, на улицу гулячий. Да это я их одеваю. Ну вот, видали болты, какие жена подарила. Теперь весь золоте хожу, как-то так. Жена меня любит. Я у мужа, видите, что покупаю. А он свинья мне пуховик жалеет. Молодец. Поздравляю, Жарикули. Нихуя. Да ну нахуй. Я тебе сказал, иди бери. Мне похуй, хоть завтра утром. Да, нихуя. Подождем. Подождем, да, когда весна настанет. Мою маму нахуй. Когда снег растает. Подождем мою маму, когда снег растает. Че? Да ничего я не хочу, ебаный. Вытишь, во, видишь? Огонь в обратку хуярит. Ветер оттуда ебашит. А должен туда уходить. А хуярит отсюда наоборот. Вон, видишь, огонь сюда залетает. А почему так? А должен хотя туда уходить. Принудиловку надо, значит, ставить, ебан. Чтоб постоянно хуярило туда. Много было советов от вас, ребята. Но самый действующий совет — прожечь вытяжку. Пытаемся. Как бы так. Не пойму, блядь, куда тянет-то. Все тянет. Только не шибко что-то. Но тем не менее.
пускать не буду. Да не дай бог. Вот сейчас так от моя идет. Видишь, огонь летит. Ну, не знаю, может, то, что прожгли. Пока я ждал. Ты ничего не здоровайся. С кем? Я тебя сегодня же видел. Все равно. Ну что, 40 раз, правда, что не раза 40 раз. Мы поехали шашлыки есть. А Руслану и Роману. Ну, здорово. А, кепи, конечно, давай. Ирина, как бы что ты? Я что, хлам, что ли? Да, да, нет. Вау! Мозолю! Ну-ка, дай-ка я курю. Это сам вот курю, ты делаешь? Не, подожди, да я покурю первое. Давай, дали первое дело. Тихо. Тихо. А где? Даешь? А они там, не знаю, что там будут курить. Это не мешки, это золото. Золото стоит дорого. Доллары. Все нормально. Так, все. Все балдежно, все прикольно, все у нас. Вот так, как мы. Чики-пики, чики-пики. Чики-пики, чики-пики. Все будет круто. Все будет окей. Вау! Нихуя! Короче, надо сплясать. Да я по музону, без музона никак. А что, музона нету, что ли? Сейчас музон нам сейчас. Давай, ну пойдем, что вы отсюда, по-моему. Да подожди, дай мне звать. Слышь, народ, комар улетит. Уйди на. Комар, заебала ты. Заебала, не заебала. Да уйди. Отлетал. Заебал ты меня, чтобы не лупить. Ха, мол, пиво свистнули. Поплачь. Батя, нет, давай спрячь. Еще по градусам нету. Давай, еще раз повесим. По градусам еще не подходит, чтобы плакать, а? Да. А, ну это. Да уйди ты из-под ног, а что ты здесь стало-то? Где мой шишу? Ты что, меня лупишь-то? А ты что здесь двигаешь? Как дам, блядь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я что выняла? Всем изын. Вот к нам приехала Иришка Чики-Пики. Как у тебя дела? Отлично. Давай, короче, это, на танцы вместе сходим? Конечно, сходим, потанцуем. Очень болезнен будет. Танцы умеешь танцевать? Смотря, что танцевать будем. Бальные танцы. Бальные. Ну, я не умею, научишь меня тогда. Научу. Я-то умею. Я-то не умею. Я только умею танцевать вальс. И все. Вальс? Да. Ну-ка, встань-ка, давай-ка хотя бы кружочек-ка сделаем. Когда-то танцевал. Подожди-ка. Ну-ка, где у тебя вальс? Не, я когда-то танцевал просто. Стоп. Просто. Нет, просто ты не... меня держишь. Я тебя держу. Не помню, как танцевать. А так ноги. Танцевал. Ноги! Вот ты ж! Видел такой? Видел, видел. Вот так вот. Могу вот так. Ну-ка, покажи видео с него. Так же снимаем. Руся! Руся, иди сюда. Смотри, камера-то та же. Руся! Не надо. Ко всем неблагодарный, да? Нет, Руслан прав. Я прав! Ты! Я прав! Если бы я Денис сестре бы Денисова. Да это может быть. Я бы сестре Денисова не написал. Орать не надо, глухих нету. А не надо, ты вообще хвостом приехал с Монгола. Монгол мой друг, и я ему хотел помочь. А тебе-то что? Ты хвостом приехал, и ты вообще не стоишь своего блогерства. Чести нету, нету достоинства, ничего. Монгола все есть, а у тебя ничего. Потому что ты приехал хвостом. Даже так.
Даже так, потому что ты, когда на свадьбу звали, ты сказал, меня не надо. А хоть ты приезжал, я тебя не выгонял. Руслан никогда никого не выгонял, всех принимал. Кто сказал, что тебя не надо? А ты, я видео снимал. Ты да говоришь, какие там планы. А ты неблагодарная, тебе плюнуть, а? Ей вообще было, не было ничего. Я Денису всегда помогал. Помни, а Денис, чё мне твой Денис? Денис, это мой Денис. Вообще-то это мамин Денис. Если чё? Мама в пожизни за него пригается. Надо вообще-то благодарность иметь. А ты чё здесь хрюкаешь? А я... Ты вообще-то не права. Да ты чё? Нет, ты не права. Да вы что? Руслан, ты бы где была? Ты бы вообще, может быть, даже в подвале... Да и боже свои там клипы снимать. Даже в подвале была. А почему Иона не позвали тогда на алкоголичку? Если... Потому что он не алкоголик. Позвали для меня, нахуй. Потому что он не похож на алкоголичку, а ты похожа. Да уйди ты отсюда. Вот тебя и позвали для меня, нахуй.